Контиолы, шагу перепрыгнула через тушку, но он вернулся за ней в угол. По диагонали на Грант. И вот момент 2-2. Хенрик Хапала сравнивает счет в этом матче на 6-й минуте третьего периода. Третья всего шайба Хапалы. Он лучший по результативным передачам в команде, но сам забивает нечасто. И вот очень важный гол в начале третьего периода, который, ну, позволит, по крайней мере, не нервничать Йокериту, потому что вот игра такая шла, что, ну, мало что получалось. Опять, кстати, Контиола, хороший был розыгрыш через него, бросок, и здесь шайба попадает в Савчик, он принял этот бросок на себя, то есть вроде все он сделал правильно, но, если честно, лучше бы он эту шайбу не трогал. Ее бы тогда поймал, скорее всего, Коновалов, и на этом момент бы закончился. А так, да, вот подставляется защитник, сам он занят борьбой с Савиным.